Так, Санкт-Петербург, магазин Red на видео у нас для Ивана, город Москва. Будем сейчас осматривать Noble Chairs модель Hero ST. Это у нас гибрид. Вот так будет он выглядеть, гибрид, вот именно с этим отверстием. Напоминаю, что эта модель только-только вышла. Так, Hero бывает вот, без отверстия тоже гибриды. И сейчас новая модель вот гибрид с этим отверстием. Так, вскрываем коробочку. Хочется напомнить, что это кресло с полноценной металлической рамой. Выносит нагрузки там до 140 килограмм. Хороший пятилучий на нем стоит, хорошие колеса, хороший мультиблок. То есть газлив 4 класса. Подлокотники вот такие, 4D без ложного срабатывания. Есть РПП, угол наклона 135 градусов. Соответственно, это Hero ПУ, перфорированная эко-кожа. Тут будет гибрид. Они есть вот такие. Коричневые гибриды, черные гибриды и вот белые гибриды. Так. Вот так он у нас упакован. Тоже сюда покладем. Все, сейчас пока пауза. Значит, напоминаем, что прежде чем вынимать спинку из коробки, надо нам ее освободить вот таким образом. Раз, поднять подлокотник один и поднять подлокотник второй. Нащупать там кнопочку. Кнопочка выглядит вот так вот. Вот она. Видно ее. Вот. Ее приподнять надо и тащить наверх подлокотник. И обязательно с левой стороны. То есть здесь верх спинки, здесь низ спинки. С левой стороны вынимаем. С правой стороны у нас РПП находится. Так, вот я его приготовил к осмотру. Начнем с подлокотника. Смотрим, напоминаю, 4D подлокотник. Все делается с кнопочки. Любое движение. Смотрю, здесь они еще премиум кнопочки поставили, металлические. Это только бывает у натуральной кожи. Так, второй подлокотник, он тоже металлический, он, видите, отблескивает. Тут тоже металлическая планка. Так, показываем, что подлокотник в идеальном состоянии. Тут даже дополнительную они используют пакетик. Так, значит, колпаки я вскрою, прокручу болты. Вам эту операцию повторить через 4 месяца можно будет. Тоже открутить и закрутить, прокрутить болты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и 4 мультиблоки. Также отмечаю, что здесь уже измененная ручка. Посмотрим под юбку аккуратненько. Видим здесь мы пластину. Вот она. Все хорошо. Да, металлическая рама изменена. То есть это новая модель. Все, кладем ее сюда. Пакеты здесь вскрывать не буду. Так, осмотрю. Так, значит, две подушки. Для поясницы, для головы. Мультиблок. Все тот же усиленный. Колеса с успокоителями резиновыми. Так, накладки для спинки и флажки для управления мультиблоком. Газлив 4 класса. Пыльник для газлифта. И, соответственно, ключ, болты и по одному запасному болту. Все в листере, все аккуратно упаковано.
Так, вскрыл. А, ну, пятилучье, соответственно, прямое, алюминиевое, без холмика. Для наглядности вскрыл от спинки, чтобы показать всю красоту гибрида. Вот она, спиночка у него. Вот пластик, все аккуратно сделано. Корона, РПП. Сейчас мы ее чуть-чуть покрутим. Ну вот, возвышается бугор. Вот он. Все, опускаем в ноль. Теперь так, нужен свет. Приблизим, посмотрим на гибрид сам. Что он себя представляет. Сейчас сфокусируется. Вот мы видим много-много. Сейчас, оп. Микропор. Видим? Давай, сфокусируйся. Во. То есть можно, вот они, видите? Это много-много микропор. Вот это и есть гибрид. Так, болты все в штатных местах. Находится только. Откручиваем и устанавливаем спинку на свое место. Так, ну, в принципе, все, осмотр закончен, никаких нареканий нету, все ровненько, все красивенько. Гибрид даже поприятнее пахнет, конечно, чем ПУ кожа. Так, ну, напомню, что вскрою колпачки. А, я же вам... Вот, изучаем вот эти значки, это правила пошли использования кресла. Вот, значок, не надо сидеть на фронте кресла вот таким вот образом. И еще одно правило, это взаимодействие с этим рычагом. Поднимаем вверх всегда до упора. До упора, а потом только начинаем давить на спинку. Подняли, надавили. Там, где надо, опустили. Без нагрузки на спинку поднимаем этот рычаг. Желательно пользоваться этим рычагом сразу же, правильно, с первого же дня.